Современный деловой гардероб менее формальный и более демократичный, чем 20 лет назад. Популярен сегодня стиль смарт-кэжуал. Не буквально, но по сути, это продуманная повседневность, элегантная, индивидуальная и креативная. Как это понимают дизайнеры, сегодня выясним на примере известного российского бренда. Итак, самой статусной позицией смарт-кэжуал является жакет. Вот такой жакет в стиле сафари из смесовой ткани. Здесь льняная фактура, но при этом ткань не мнется, она комфортная, дышит. Юбка-карандаш, наша знаменитая юбка нашего бренда, красиво подчеркивает фигуру, линию бедра, талию. Хлопок жаккардовый, очень комфортная ткань, хорошо дышит, при этом она не мнется, потому что у него переплетение жаккардное, комфортное, обладает стретчем. Хорошо сидит на фигуре, прям идеально подчеркивает все формы, фигуры, изгибы, талию, бедро. Немного о топах, те, которые выглядят более собрано, не так расслабленно, как обычная трикотажная футболка. Имеет кровь, точной рукав, интересный элемент, рукав кружева, выполнен из вискозы, то есть в нем легко, дышится хорошо, при этом молочный оттенок, он всегда по-деловому нарядно смотрится. Топы с принтом в летней коллекции без них никуда. Цвет хаки сейчас актуален. И вот яркий горчичный оттенок, терракотовый, с перспективой на осень, потому что цветовая гамма осени здесь присутствует. И вот такой вариант топа тоже как повседневный. У него тоже выполнено жаккардное плетение. И также его можно носить как нарядный вариант. Крой как будто бы простой футболки, но он выполнен из трикотажной ткани с небольшим сверкающим эффектом, тоже будет выглядеть по-деловому, под жакет, под жилет. Еще один совет по поводу полупрозрачных тканей. Их не нужно бояться. Под эти ткани просто одевать нужно телесное белье, белье в цвет гладкое, и его не видно. Даже белый бюстгальтер может быть более заметен, чем белье телесного цвета. Понятие сезонности в моде последних лет достаточно условно. Это касается и оттенков, и, собственно, моделей одежды, которые из лета могут переходить в осень и наоборот. В наши салоны начинает поступать уже осенняя коллекция, но выполнена она из легких тканей. Вот такой вот принт, огурцы, всегда актуально, освежит, добавит динамики в образ. И вот такая вот молочная блузка с нежной розой. Можно ее сочетать и с брюками, и с юбкой, с классической. Можно представить вот эту блузу, например, с брюками из летней капсулы «Ягода». Коллекция представлена большим разнообразием брюк в бежевом оттенке. Очень удобный классический цвет, деловой. Есть в хлопковой ткани бежевые брюки. Хлопковая ткань на лето очень практична. За счет того, что она с принтом, не очень заметно, если хлопок помялся. Из хлопковой ткани представлены брюки Ниагара. Очень красивый оттенок, серо-голубой. Базовый темно-синий цвет в летней коллекции всегда присутствует. В летней коллекции деловые рубашки представлены очень комфортной ткани из вискозы. Легкая, приятная, молочного цвета. Рукав-трансформер. Можно носить как длинный деловой рукав. Завернуть, застегнуть на пату. Сейчас летом очень удобно. Во многих моделях представлена. Интересная модель с асимметричным кроем. Вытянутые бока. Зрительно вытягивают силуэт. Опять же, нежно-голубой оттенок. Это самый удобный, наверное, летний принт. Полоска актуальна в этом году. В современных коллекциях можно часто встретить модели из полиэстера. Людей старшего поколения это напрягает, хотя современные искусственные и смесовые ткани оказываются очень комфортными и износостойкими. Полиэстер сейчас нового поколения, он по свойствам приближен к натуральным тканям, он дышит, но при этом он не мнется, хорошо драпируется, он гигроскопичен. Это удобно в нашей жизни динамичной для наших деловых женщин, поэтому не бойтесь, если присутствует в составе полиэстер, он добавлен для вашего комфорта, для удобства, чтобы вещь долгое время сохраняла первоначальный вид. Деловое платье в летнем гардеробе не то чтобы должно быть строгим, нет. Здесь просто важно соблюсти некоторые правила. Прикрытыми должны быть плечи, колени и зона декольте. В деловом контексте здесь соблюдены все детали. У нас присутствует рукав, длина миди, которая закрывает колено, однотонный цвет. Все это присуще деловому гардеробу. И также это платье может послужить вам нарядным, торжественным. Вот такой вот лайфхак наши дизайнеры
придумали прицепить нарядный цветок из фаэмирана молочного оттенка на магнит. Это очень удобно. Ткань не портится от проколов. Очень интересная модель летнего платья из ткани крэш. Ее можно носить просто летом как нарядное, одеть с каблуком, с танкеткой. И можно представить в образе casual, дополнив его короткой джинсовой курткой, кроссовками. Очень удобна ткань крэш тем, что ее не нужно утюжить, удобно брать с собой в поездку. В деловом контексте это платье можно представить с однотонным жакетом или жилетом. Тоже будет очень хорошо смотреться. Классическое синее платье, рубашка, можно также носить с поясом из шнурка темно-синий, который идет в комплекте. Также это платье-рубашку можно представить с белым топом и с темно-синими брюками в расстегнутом виде. В отличие от сарафанов, эта модель гораздо более приемлема за счет того, что у нее имеется рукав, плечи прикрыты, воротничок, который тоже можно застегнуть, если это требуется. В летней коллекции деловое платье может выглядеть немного романтичным. Продольные линии асимметричного кроя стройнят зрительный силуэт. Женщина на работе должна выглядеть красиво и профессионально. Во всех остальных ситуациях просто красиво. Отдельные предметы, безусловно, могут переходить из одной капсулы в другую. Главное помнить формулу хорошего вкуса. Соответствие времени, месту и погодным условиям. И все это помноженное на индивидуальность.